Всем привет, меня зовут Настя, и вы на канале, посвященном вязанию, около вязальной тематики. Это канал «Надень шапку», добро пожаловать. И у нас с вами сегодня рубрика «Вечернее чаепитие». Это болталка, когда я отвечаю на ваши вопросы, а вы задаете мне их в Инстаграм. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. В качестве традиции, прежде чем начать болтать, мы пишем в комментариях, кто что вяжет прямо сейчас, либо вообще кто что делает, потому что часто мне пишут, что не вяжет, а готовит, например, потому что этот формат, он действительно идеально подходит под то, чтобы что-то поделать и послушать. Я же начну с себя. У меня, если честно, сейчас проект, над которыми нужно думать, но я взяла проект, который я отложила. Это будущий жилет. Вы его, возможно, уже видели. Вяжу его снизу вверх и сейчас буду присоединять снова нить контрастного цвета. Пишите в комментариях, что вяжете, какого это цвета, что за модель, из какой пряжи. Будет очень интересно почитать. И давайте приступим, начну отвечать на вопросы. Первый вопрос. В ожидании деток, по вашему опыту, когда после родов смогли заняться чем-то, кроме детей, хобби? Я могла заниматься прям сразу, потому что у меня дети как раз-таки в начале были достаточно спокойные. То есть они плакали, да, когда хотели покушать, либо что-то их беспокоило, там животик или что-то еще, но это не было каким-то тяжелым периодом, то есть послеродовый вот этот несколько месяцев, это не было тяжело для меня, так как я думала. То есть у многих этот период проходит тяжелее, чем был у меня. Поэтому я могла, в принципе, заняться хобби сразу, но начала я где-то... Ну, в принципе, практически сразу я и начала. Мне кажется, что в течение месяца я раскачалась, и как раз-таки наоборот у меня появился какой-то интерес к вязанию больше, как у многих, да, сидя в декрете. Хотела что-то делать. И вот как раз в первые месяцы я начала смотреть вязальный YouTube. Прям глобально залипла на некоторых блогеров. И прям в первое время. Сейчас же, наоборот, у меня времени намного меньше, потому что дети уже сейчас требуют больше внимания, разумеется. Уже нужно заниматься там развитием их, болтать с ними и так далее. Раньше, естественно, такого не было. Поэтому, наоборот, мне поначалу было... в этом плане проще, то есть времени было больше свободного. Более того, мы даже сразу после родов у меня и мама, и муж взяли отпуск на 2 недели, потому что мы думали, что это будет очень тяжелый период, нужна будет помощь, но в итоге мы сидели и попивали чаи, и развлекались с малышами, потому что они хорошо себя чувствовали, хорошо себя, в принципе, вели. То есть у меня не было какого-то дикого недосыпа, хотя, понятно, ночью мы все просыпались и чувствовали себя вполне себе. Я, наоборот, была счастлива, что я дома, и нам было очень хорошо. И хобби быстро вернулось в мою жизнь. Я бы даже сказала, оно, наоборот, основательно закрепилось в этот период. Следующий вопрос. Какими инструментами пользуешься? Какие вообще пробовала? Спицы. Давайте расскажу. У меня изначально появился набор Ади. Ади Click Lace. Это с острыми кончиками. Потом я вот вязала ими, и до сих пор ими вяжу. Это единственный набор, который у меня есть. Потом я начала покупать уже парами какие-то спицы. Есть неразъемные. Потом начала покупать разъемные спицы. Потихонечку. И у меня сейчас набор Ади. 2 размера чагу разъемных. Потом у меня... Ой, не чагу, прошу прощения, хая-хая разъемные. Лики у меня 3 размера, значит, одни разъемные 3,5 на леске 40, вторые неразъемные 5 на леске 60. Очень зря я взяла неразъемные, потому что это ходовой размер спицы, а леска 60 маловато все-таки. И на леске 80 разъемные 4,5. Все, в принципе, ходовые, особенно 4,5-5. Хая-хая у меня 3,5-4, очень ходовые, лески тоже у меня там, не помню, 40 и 80, по-моему. Вот, это самые ходовые, то есть я каждый раз, когда у меня какие-то процессы, если у меня спицы 3,5-4, значит, я буду вязать на хая-хая, потому что я их обожаю. Ади у меня сейчас в качестве резерва. А потом, если у меня пушистая пряжа, либо вот, например, бобинная какая-то в пропитке, то мне отлично подходят лики. Вот я сейчас вяжу, ну или люки, да, правильно, наверное, произносить. И вот я сейчас вяжу как раз на 4,5 процесс.
Что еще у меня есть? У меня есть шапочные неразъемные чагу на леске 40 сантиметров, 4 миллиметра. Тоже мне очень нравится на них шапки вязать. Большие размеры я не пробовала. У меня есть там по одной паре буквально нитпро какие-то. Есть кубики 2,5. Есть какие-то носочные спицы на длинной леске. Там, например, мне понравились нитпро джинджер 2,5. Ну, то есть так по чуть-чуть, понемножку. Но хочу попробовать разное. Хочу и бамбук попробовать, и все по чуть-чуть пробую, подбираю для себя самый подходящий вариант. Следующий вопрос. Что бы хотела попробовать из экстрима? Я дикая трусиха, я бы ничего не хотела попробовать из экстрима. Я очень боюсь и плохо себя чувствую в какие-то такие моменты адреналина. У меня сердечко начинает выпрыгивать, и вообще я, ну правда, я трусиха, я просто не нуждаюсь в таком потоке адреналина. Мне, наоборот, хорошо в спокойствии в каком-то. Я больше созерцатель, чем какой-то экстремал. Вот так. Поэтому из экстрима ничего не хочу. Следующий вопрос. Как научиться вязать без описаний? Я учусь вязать не совсем по описаниям, мне кажется, я наоборот только вот не так давно к ним начала располагаться. Раньше я в основном училась по YouTube, но сейчас я больше даже по книгам, частично по YouTube, и вот да, по описаниям чему-то тоже учусь, то есть понимаю какой-то принцип. Мне кажется, что легко научиться вязать с помощью YouTube, потому что очень много мастер-классов, очень много хороших мастер-классов, много объяснений каких-то техник. Плюс я советую, если вы, например, не очень хорошо воспринимаете информацию вот в веб-пространстве, попробуйте сходить на очный мастер-класс, когда появится такая возможность. Ну, это полезно, да, если есть возможность сходить, то я советую это сделать потом, да, когда у нас будет доступ ко всему. Вот, а пока YouTube, книги, у меня, знаете как, у меня несколько книг, и иногда очень сложно просто начать что-то вычитывать, потому что начинаешь, и вроде как, а, это я знаю, все, не хочу даже дальше читать, сама разберусь, и в итоге сидишь потом, голову ломаешь. Но иногда стоит все-таки прочитать хотя бы объяснение какой-то техники или принцип расчетов, чтобы потом вообще понять, по какому принципу это делать, да, и какие параметры там учитывать, что считать. Поэтому я думаю, что способов очень много, кроме описаний, YouTube, а дальше уже практика. Потому что сейчас часто замечаю по себе, что в момент вязания какого-то изделия я уже начинаю ориентироваться, потому что есть какой-то небольшой опыт, и уже примерно понимаю, в какую сторону мне зарулить, сколько мне здесь убрать, сколько добавить, какой процент и так далее. То есть это как-то уже на автомате начинает работать. Думаю, что опыт и практика, и обучение, конечно, они сделают свое дело. Следующий вопрос. Посоветуйте, из какой классной пряжи связать себе базовый свитер или карди? Ну, смотря, наверное, какой сезон, смотря, какая у вас кожа, чувствительная или нет, смотря какую пряжу вы любите, натуральную или нет, здесь очень много факторов. Если нужен просто какой-то базовый свитер под верхнюю одежду, да, просто таскать там на каждый день, то можно попробовать, например, какую-нибудь пряжу а-ля дроп слима, потому что, ну, мне она кажется износостойкой. Мне кажется, дроп слима, она, ну, мне она нравится, но она колючая, да, то есть если вы такую пряжу не любите, тогда лучше не рисковать, если у вас чувствительная кожа. А потом, если, опять же, чувствительная кожа, если вы хотите просто базовый свитер, то можно попробовать шнурок любой. Я имею в виду шнурковую пряжу, набитую пухом альпака и мериносом. Таких много, очень много бобинных вариантов, из моточных вы все знаете дропсейр, но он закатывается, да, достаточно быстро. Если вас это смущает, тогда попробуйте другой вариант. Но вот бобинные шнурки, сейчас я покажу, у меня как раз тут стоит. Ну вот, например, я вязала себе клаун, из клауна вот из этого свитер. У меня есть пуна тут лежит,
мехкусик такой. Вот это просто будет мехкусик-мехкусик. Можно связать ее на крупных спицах быстро лицевой глазью. Это будет уже эффектное изделие. Поэтому, наверное, я бы советовала такое. Если кардиган, то можно какой-то, опять же, бобинный твид рассмотреть. Тоже будет здорово. Или какую-нибудь смесовку. Это если из бобинных. Потом можно связать, почему бы и нет, из какого-нибудь толстого хлопка. Это будет уже тяжелое изделие, но оно будет стабильное такое и достаточно эффектное. Я, например, очень люблю свой свитер из Hamilton Tweed. Это 90% шерсти, 10% вискозы. Это моя вообще ходовая лошадка. Очень люблю этот свитер. Хотя он просто связан с лицевой гладью, ну, кроме аранов, да, по погону здесь. Но он у меня достаточно базовый, но тем не менее выглядит нарядно, так красиво. В общем, мне кажется, много вариантов для карди или свитера. Я бы рекомендовала, наверное, какой-то метраж, там, 50 грамм на 100 метров или даже чуть потолще. Мне кажется, будет здорово. Но тут уже на вкус цвет, какие пряжи вам больше по душе. Следующий вопрос. Какие известные блогеры, вязальщицы, дизайнеры вдохновляют и близки по духу? Так, ну смотрите, я из тех людей, которые не сильно следят за дизайнерами, не очень, ну вот я знаю, что многие интересуются, например, иностранными вязальщицами или дизайнерами, да, а я только слышу о них, то есть я сама не могу сказать, что интересуюсь их творчеством, не без какой-либо причины, просто так получается, то что я не так много на кого подписано, меня больше привлекают люди, которые со мной примерно где-то наравне, например, блогеры с Ютуба, с Инстаграма, причем наши российские в основном, я слежу за российскими блогерами, у меня есть девочки-вязальщицы из других стран, на которых я подписана, но я понимаю, что мне близко по духу вязания наших российских девчонок. Ну, я имею в виду Россия, Украина, я имею в виду не там Скандинавия, не из этой области. И меня вдохновляет, потому что я, наверное, такая сорока в плане цветовых решений. Возможно, кто-то уже успел заметить, я очень люблю все цветастое, хотя и базовые оттенки тоже очень приветствую. Но в основном у скандинавских вязальщиц или просто у иностранных, вот на кого я там, ну, кого я успела видеть, по крайней мере, в основном у них достаточно базовые изделия, хотя они ходовые и красивые безумно, но они очень базовые, в базовых оттенках. Я такие люблю, но иногда моя душа требует праздника, и тогда я иду к известным блогерам там из близких стран. Если конкретно назвать, давайте я попробую вспомнить. Я просто не готовилась, честно, я не готовлюсь никогда к вечернему чаепитию. Это прямое такое общение. Поэтому буду по ходу дела вспоминать. Мне нравится девушка, потому что многие ее знают. У нее ник в Инстаграме «Море внутри нит лав». По-моему, ее зовут Сабина. Она вяжет очень такие креативные вещи, экстравагантные, очень такие миксовые, яркие, тем не менее, которые можно применить в повседневной жизни, и образ будет выглядеть очень эффектно. Вот мне нравятся ее изделия, она меня вдохновляет, и на цветовые решения в том числе. Я пока по Инстаграму пытаюсь вспомнить, кто мне очень нравится. Давайте так, давайте, наверное, я попробую после того, как отсниму это видео, найти девочек, к которым я часто захожу в Инстаграм, потому что мне сейчас будет сложно так вспомнить, но они, конечно же, есть. И я вам здесь буду сейчас вставлять картинки их профилей, чтобы вы тоже могли с ними познакомиться, либо, возможно, вы тоже знакомы. Но в основном, знаете, у меня, я не знаю, с чем это связано, возможно, это черта характера. Я хочу до чего-то дойти сама, и вот, наверное, первое, что, ну, это то, что я замечаю за собой, это не специально, это не принцип, просто то, что я замечаю за собой, то, что мне хочется самой понять, что я хочу. Вот так. То есть не вырабатывать первым делом какую-то насмотренность, а действительно вязать
и придумывать то, что мне хочется. То есть, да, возможно, я где-то это когда-то видела, скорее всего, но нет такого, что я целенаправленно захожу к блогерам, хотя они меня очень вдохновляют, но нет такого, чтобы я зашла целенаправленно, такая, ага, она, значит, вяжет такой кардиган, значит, мне тоже надо связать сейчас такой кардиган. И я начинаю там повторять. У меня, возможно, это черта характера. В этом нет ничего плохого, то, что человек вдохновляет, и то, что вы хотите точно такое же изделие даже, как у этого человека, это наоборот хорошо, то, что у вас появилось вдохновение. Но у меня вот есть какая-то такая, не знаю уж, как это назвать, какая-то жажда творчества, наверное, полного, от нуля, вот чтобы я сама воспроизвела изделие и начала его потом в дальнейшем вязать. Я в себе, в принципе, это качество люблю, но иногда не помешало бы и выработать, да, побольше насмотренности. Поэтому недавно я установила себе Pinterest, не так давно, не там пару месяцев назад, и начинаю почаще в него захаживать, чтобы вообще смотреть, что люди вяжут. Там, конечно, куча красоты. Поэтому, наверное, блогов будет не так много. И там, например, на том же Ravelry я не зарегистрирована пока что. Потому что вот я туго очень до всего вот этого иду. Мне кажется, что я вот хочу до всего дойти сама. Но, конечно же, такое подкрепление извне, из внешних каких-то источников, оно нужно. Но думаю, по мере наработки, по мере нахождения каких-то новых профилей, которые меня вдохновляют, я буду ими с вами делиться. Следующий вопрос. Где бы хотели отдохнуть? Любимое блюдо. Тут даже два вопроса. Где бы я хотела отдохнуть? Я хочу отдохнуть где-то в европейских странах, потому что я не была. Мне, в принципе, не особо важно, где. Я везде практически в Европе хочу побывать. И любимое блюдо, это тоже очень сложно, потому что я вообще люблю покушать и люблю вкусную еду. Я очень люблю азиатскую лапшу, какую-нибудь, не просто своим соусом, а вот именно интересную, с каким-нибудь соус кокосовой карри или какой-нибудь, ну, даже не кисло-сладкий, кисло-сладкий я не очень люблю, но вот что-то вроде паттайя, такую азиатскую, паназиатскую кухню даже. Потом, не так давно я попробовала поке. Это божественная пища. Обожаю поке. Я это поняла. И что еще люблю? Наверное, паназиатская вот кухня и паназиатские блюда — это мои самые любимые. А из сладенького я люблю все, что не связано с шоколадом. Да. Я не люблю шоколадные торты, не люблю шоколадные кексы, пирожные, шоколадное мороженое. Я вообще не понимаю этот вкус. Я люблю ванильное, лимонное и, может быть, карамельное. Но чаще всего я люблю что-то максимально простое. Вот что-то сливочное. Это мое самое такое любимое. Следующий вопрос. У вас в доме есть комнатные растения? И вообще, как вы к ним относитесь? Вот, друзья, я обожаю, как выглядят комнатные растения в интерьере. Я когда смотрю на фотографии и смотрю, как люди там пересаживают горшки, мне кажется, что это какой-то героизм, потому что, во-первых, это очень красиво, во-вторых, мне кажется, что это стоит огромных трудов. А я вообще ни разу не цветочник и не садовод, возможно, пока, но меня это не привлекает совершенно. То есть я очень хочу все комнатные растения, но я понимаю, что никто из нашей семьи не будет за ними ухаживать, потому что у меня ни мама, ни садовод, она мне не придет, не поможет, ни муж, тем более, ни я. То есть у меня погибает, вот мне мама дарила как-то цветок, он у меня погиб, потому что я не понимаю, что мне нужно делать, я не понимаю, где мне нужно читать, я открываю ссылки, и там написаны какие-то термины, которые мне не знакомы по уходу за цветами. То есть для меня это тяжело. Мне не так хочется в это углубляться, я понимаю, что мне это неинтересно, но сам вид растений меня, конечно же, привлекает. Возможно, я к этому проникнусь именно к процессу вот разведения растений чуть позже, потому что, ну, действительно, это очень красиво. Следующий вопрос. Гарри Поттер или Властелин колец? Почему? Конечно, Гарри Поттер, потому что я обожаю Гарри Поттера, я могу пересматривать его каждый месяц. Это немного утрировано, но совсем немного, потому что, ну, действительно, пару месяцев пройдет, и я опять его пересматриваю полностью от и до. Обожаю этот фильм, обожаю его атмосферу, историю.
Это как-то погружает. Я, во-первых, я очень люблю смотреть «Гарри Поттера» одна. А во-вторых, это как-то такое, знаете, личное такое пространство «Гарри Поттер». А почему «Гарри Поттер», а не «Властелин колец»? Наверное, потому что «Властелин колец» он более жестокий. «Гарри Поттер» все-таки для меня это ближе сказка добрая. Но «Властелин колец», конечно же, для многих это классика. А мне как-то ближе даже вот фильм «Хоббит», чем «Властелин колец». Не знаю почему. Наверное, просто «Властелин колец» он мрачный очень. Хотя я люблю мрачные фильмы, но он почему-то мне не так зашел, как «Гарри Поттер». Интересные сегодня вопросы, такие не только о вязании, мне это нравится. Следующий вопрос. Расскажи о появлении собаки в вашей семье. Когда, при каких обстоятельствах, как муж относится? Рассказываю. Я взяла Ричика 4 года назад практически. 3,5. 3,5 года назад, спустя несколько месяцев после нашего бракосочетания. Я не помню сейчас. В мае мы поженились, а его я взяла где-то в сентябре, вот так. Ну, то есть практически там через полгода, да. Взяла просто потому, что я давно хотела себе собаку. У Димы, у мужа, был французский бульдог на тот момент, но это был явно не мой пес. Он потому что меня ненавидел всей своей собачьей душой. Я хотела себе собачку, я вообще всегда говорила маме, что хочу себе белую чихуахуа. И как-то просто мы однажды, у меня было плохое настроение, мы с мамой лежали, я прям сейчас помню, лежали на диване, что-то болтали, я залезла в Авито, я говорю, собаку что ли поискать? И мы с мамой одновременно сели на Авито и начали искать собаку, кто отдает добрые руки или продает там за какую-то стоимость небольшую, потому что не было возможности купить по полной стоимости. И мне мама показывает вот этого вот пса. Он вообще на фотографиях был менее симпатичный, чем он был в жизни. В общем, я посмотрела, говорю, хочу на него посмотреть, хочу, наверное, его забрать. И мы поехали, и так сложилась судьба, что мы живем в городе Домодедово, а Ричи жил на Домодедовской метро, то есть это ближайшее метро к моему городку, и это нам ехать тут просто там 15 минут. И в итоге мама говорит, ого, давай поехали. Мы поехали. И когда я его увидела, конечно, это была любовь с первого взгляда, потому что он очень обаятельный пес, и он моя любовь вообще. И он меня при первой встрече укусил. Это долгая история. В общем, был он строптивый мужчина достаточно, хотя он так не выглядит. Но это судьба. И был ли муж против? Нет, мы приехали, я просто прислала ему фотографию и сказала, вот, знакомься, это Ричи, он будет жить с нами. И он, я думаю, сразу смирился с происходящим, потому что было видно мое довольное лицо. А сейчас у них, в принципе, такая скупая мужская любовь. Раньше Дима, мне кажется, его так не любил. А сейчас иногда, я смотрю, даже любуется, гладит. Ну, потому что он чудной и милый. Я имею в виду собаку. Следующий вопрос. Можно про свитер из Brushed Silk? Особенно интересуют убавки по рукавам и айкорд. А, вы имеете в виду краткий мастер-класс. У меня есть мастер-класс на пуловер из Brushed Alpaca Silk. Давайте я оставлю здесь ссылку. Давайте вставлю ссылку. Но убавки там есть по рукавам. А вот айкорд. У меня там не айкорд, у меня там резинка. Если вы имеете в виду пуловер, который с рукавами клеш, то там прибавки, потому что это реглан сверху. И, если честно, мне кажется, у меня даже записи не осталось, потому что это было практически интуитивное вязание. Я, конечно, рассчитывала, но все равно так, на бы сойдет. И сошло отлично. Но я не помню, где у меня сейчас хранятся мои расчеты, к сожалению. Но по айкорду могу сказать так. У меня была очень широкая горловина, которая чуть ли не с плеч спадала. Поэтому я подняла просто из каждой кромочной петли по петле, то есть не 3 из 2, да, а просто из каждой по одной. И таким образом я стянула немножко горловину, и еще я айкорд чуть подстянула, и получился такой эффект, который меня в итоге устраивает. То есть если у вас небольшой вырез, то тогда поднимаете по кромочным петлям методом 3 петли из 2 кромочных, да, то есть петлю из кромочной, затем там петлю либо
в перемычку между кромочными, либо за дальнюю стенку, затем опять в кромочную и так далее. Вот таким способом, соответственно, по спинке и по плечам вы поднимаете по одной петле из петли, потому что там идут не кромочные петли, да, а по вырезу уже 3 из 2. Поднимаете, у вас получается какое-то определенное количество петель, и вы начинаете вязать айкорд просто как обычный айкорд, а потом под конец, когда дойдете по кругу, то можно сшить этот трикотажный шва. Вот и все. Следующий вопрос. Настя, тебе хоть раз предлагали продать канал? Очень интересный вопрос. Нет, не предлагали, и я его не продам. Еще один. Как ты относишься к тем, кто попросил тебя прорекламировать канал? Кстати, вы мне задали этот вопрос, а я вспомнила, что мне писала прекрасная девочка Вика. Она не то что попросила прорекламировать канал, она предлагала мне какой-то совместный проект, но я на тот момент отказала, потому что у меня не было времени. И вообще я сейчас в проектах так особо не участвую, так, если это не сильно тратит мое время, вот так, если я могу. И вот, это Вика, я не помню, если честно, сколько ей лет, но ей что-то около 13 лет, по-моему, 13 или 14. Вика, прости, я точно не помню, но давайте я оставлю ссылку, потому что я обещала, извинилась за то, что я не могу участвовать, но обещала рассказать о ней, потому что я всегда рада. Это вообще здорово в таком возрасте иметь какие-то амбиции, хотеть развиваться в своем любимом деле. Я помню, что она вяжет игрушки, и не только спицами, она тоже прикольно вяжет. Поэтому проходите, может быть, вас заинтересует ее творчество. Поэтому да, вы поняли уже, что я нормально, наверное, к этому отношусь, если меня просят что-то прорекламировать. Но меня не просили рекламировать каналы. Никогда. Никогда не просили. Меня просили, мы взаимно там пиарились в Инстаграме, это нормальная история, я к этому тоже нормально отношусь. А в основном вот эта реклама, да, если ее можно так назвать, она происходит через какие-то совместные проекты, потому что мы делаем что-то интересное, люди смотрят и знакомятся с новыми блогерами. И следующий вопрос. Перед тем, как записать видео, пишешь для себя шпаргалку? Нет, не пишу. Я пишу только в том случае, если я снимаю готовые работы. И я пишу список того, что я связала, чтобы не забыть. Потому что так очень сложно все держать в голове. А там сразу я пишу, могу написать, да, как там расход пряжи, размер спицы, все такое, чтобы ничего не забыть. И чтобы все четко рассказать. А в остальном, вот я сейчас с вами болтаю, я не готовлюсь к ответу на вопросы. Полная импровизация. Я как-то, наверное, сторонник такого живого общения, сторонник искреннего и открытого общения на YouTube, поэтому стараюсь так... Ну, не то, что стараюсь, просто не пишу, просто разговариваю с вами напрямую. Надеюсь, что я не сильно щурюсь там на видео у вас. То есть сейчас уже вечер. Уже поздний ужин, я бы сказала, дети уже давно спят. Поэтому я могу так немножечко сидеть с вами, не обращайте внимания. Следующий вопрос. Как на изоляции с двумя детьми? Я восхищаюсь вами. Спасибо. Так же, как и обычно. У меня ничего не изменилось, потому что у меня двое. А сами понимаете, физически невозможно гулять одной с двумя пацанами, которые носятся как угорелые. То есть я всегда гуляла с кем-то, потому что это просто опасно. Элементарно я не могу с ними идти. Они очень активные, они лазят, падают, разбивают лбы себе, носы, и что такое уже не было. Более того, у нас дома что такое. У нас даже дома больше было происшествий, чем на улице. То есть это такое. Вот, поэтому у меня практически ничего не изменилось. Мне наоборот появилось чуть больше свободного времени за счет того, что у меня муж дома. Он, конечно, работает дома, но все равно чуть больше времени может меня перекрыть в тот или иной момент. Да, я могу что-то пойти быстро сделать, кусочек видео отснять или еще что-то. А так нам очень весело, дети счастливы, то, что родители дома, и папа дома, и мы вместе играем. Много книжек читаем. Как-то у нас вот этот период изоляции за счет того, что мы постоянно вместе и там не всегда вообще не выходим, точнее, гулять, да, практически. Нет сейчас детских площадок, то их интересуем мы. И, соответственно, у нас все развлечение — это диалог, это игры, прятки, какие-то танцы, развивашки, книжки. То есть, ну, мы в таком тесном контакте с детьми. И наоборот, от этого можно покайфовать.
но как и от уединения, конечно. То есть с детьми хорошо, и потом, когда они чем-то заняты, это тоже очень хорошо. Поэтому все в порядке, все прекрасно. Я рада, что мы сейчас всей семьей дома, наслаждаясь этим моментом, потому что работа у мужа 5-2, это, конечно, вот это реально день сурка, когда муж целыми днями на работе, ты целыми днями с детьми, и это тоже как работа. И одно и то же каждый день, и это тяжело. А сейчас все прекрасно. Я имею в виду внутри нашей семьи. Следующий вопрос. Может, поговорим о мечтах в вязальной теме? Может, мечта что-то купить для вязания? Так, нужно подумать. У меня, наверное, нет мечты именно для покупок, честно. У меня есть какие-то цели, желания. Я хочу себе много книг с узорами, но это не мечта. А, например, мечты там а-ля купить себе машинку для вязания, такой нет. А, у меня есть цель, это купить новую технику для съемки. Техника — это у меня телефон, я хочу себе новый телефон. Вот это цель, но это не мечта. То есть мечта — это что-то такое далекое, практически несбыточное, да, поэтому давайте называть это целью. А мечты, ну, есть, наверное, какие-то мечты, но я, ну, мечта, наверное, есть. Да, это сложно назвать цель, но я не буду ее озвучивать, потому что удача любит тишину. Вдруг это когда-то превратится в цель, поэтому пока молчу. И еще вопрос, может, мечта связать или попробовать что-то? Вот связать или попробовать, однозначно да, я хочу попробовать все. И сейчас у меня появилось настроение, у меня долгое время я вязала в одних и тех же техниках, и сейчас появилось настроение пробовать что-то новое. Очень хочу попробовать вточный рукав. И думаю, что в ближайшее время я это осилю. Прям очень хочу. И еще хотела попробовать новый вид проймы, но я его вот сейчас как раз попробовала в кардигане. И вообще вяжу немного там иначе кардиган. И еще у меня есть... Ну, это не мечта, опять же, это цели, да? Цели пробовать новые техники и цели учиться, изучать... компьютерную составляющую моего творчества. Это именно составление схем качественно, составление там каких-то эскизов и так далее. Все в моих руках, но понятно, что на все требуется много времени и желания. А так, ну, конечно, желаний много, и целей тоже много. Следующий вопрос. Настя, как в носке пуловер с вырезом из дропс брашт альпака силк, как проводишь в ВТО? В носке замечательно. Ношу постоянно и дома, и на улице. ВТО провожу вручную. Я еще пока не пробовала закинуть на отжим в машинку. А в носке все супер. Меня очень устраивает эта пряжа. Я к ней хорошо отношусь. Она мне подходит в мой гардероб. Поэтому все отлично. И давайте последний вопрос на сегодня. Какие спицы самые любимые и почему? Уже похожий вопрос сегодня звучал, но давайте я подытожу. Самые любимые мои спицы — это Хая-Хая. Шарп у меня, кстати, я не сказала. И люки. Лики-люки. Каждая спица подходит под определенный тип пряжи. На Хай-Хай я вяжу гладкую пряжу. Это мериносы, это, возможно, какие-то твиды. Хлопок. Это... Не знаю, что еще. В общем, любая шерсть или мериносовая шерсть – это Хай-Хай. А на люке я вяжу... в основном пушистую пряжу, да, ворс, чтобы шло небольшое трение с деревом, хотя здесь гладкая поверхность, но тем не менее трение больше, чем от, да, металлических спиц. А потом я люблю какую-то ворсистую, да, у меня есть люки 3,5, я вязала даже просто, по-моему, Мерино Як и Хамильтон Твит я вязала, шапки тоже отлично зашли. Брашт альпака силк только на люке. Я вяжу махеры только на люке. И все. Вот, ну, на данный момент это самые такие мои любимые спицы. Хай-хай шарп, потому что на них просто летит мое вязание. И хорошо выглядит плотность, то есть не скачет туда-сюда. И вот деревяшки, это люки. Можете пока поделиться своими любимыми спицами в комментариях. Напишите, пожалуйста, какие вам нравятся больше всего и почему. И вообще пишите, если у вас будут какие-то ответы или комментарии к моим
ответам или к вопросам моих подписчиков. Спасибо вам, друзья, за то, что вы вообще задаете мне эти вопросы. Спасибо вам за то, что смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И спасибо за то, что слушали мою болтовню сегодня. Я уже устала, это слышно по моему голосу. Я хочу пить. И пойду я, наверное, действительно устрою себе свое вечернее чаепитие. Все, друзья, спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео. Пока.